встреча, исторически сложившаяся, не исторически сложившаяся, но то, что сейчас объединение славянских народов очевидно, очевидно, и в основе его должно лежать именно казачество. Я считаю, если объединяться казачество этих стран, казаки этих стран, я думаю, властям некуда будет и, значит, искать лазейки какие-то политические, нравственные, чтобы обойти, значит, дружбу исторически сложившихся славянских народов и их объединение, я думаю, очевидно. Розпрягайте, хлопці, коней, та лягайте спочивать. А я піду в сад зелений, в сад криниченьку капать. Маруся, раз, два, три калина чорня, ой, я дівчина, сад ягоди брала. Маруся, раз, два, три калина чорня, ой, я дівчина, сад ягоди брала. Копав, копав, криниченьку, вазелинама в саду. Чи не вийде, дівчинонько, рано вранці по ваду. Маруся, раз, два, три калина чорнявая, дівчина, саду ягоди брала. Маруся, раз, два, три калина чорнявая, дівчина, саду ягоди брала. Вийшла, вийшла, дівчинонько, рано вранці воду брать. А за нею казаченько, веди коня на поводь. Маруся, раз, ти калина чорнявая, дівчина, сади ягоди брала. Просив, просив, вітеречка, бо на йому не дала. Дарів, дарів, їй колечка, бо на його не взяла. Маруся, раз, два, три калина чорнявая, дівчина, саду ягоди брала. Знаю, знаю, дівчинонько, чим я тебе огорчив, що я вчора, пізавчора, краще тебе полюбив. Маруся, раз, два, три калина чорнявая, дівчина, саду ягоди брала. Маруся, раз, два, три калина чорнявая, дівчина, саду ягоди брала. Люба, казаки!